Оп, героина, оп-оп, героина, оп, героина, ма. Здорово, чуваки, с вами рэпер Трейдер. Итак, будем торговать сейчас на Алимтрейде. Вот, я даже подписал. Оп, героина, оп-оп. Короче, сегодня без рэпчика. Сегодня у нас цель. Сегодня у нас цель 4. Сколько их 4? $10. Вот, на счету у нас 50, полтосик. А будем зарабатывать 60. Итак, у нас 3 сделочки сегодня. Так, блядь, не успел уже поставить. 3 сделочки. Первая сделочка 4, вторая 12 и третья 34. Слетаем 3 сделки, слетаем все деньги. Ну, надеюсь, мне повезет. Нужно 3 ставочки затащить. Так, одна минута. Куда ставим? На повышение, да? Почему на повышение? Да хрен его знает. Погнали. 4 на повышение. Вот такие вот дела. Приехал я домой. А шмоток дома нету. Вот одел панамочку. Одел старые очочки. И торгую, торгую. Так, ну что, мы играем нашу лотереечку на 3 ставки. Ждем, ждем, ждем. Сегодня без рэпчика зачитал я вам вот трек такой вот попсовый. Ой, так, что у нас здесь? Как здесь увеличивать? Блин, как здесь увеличивать? А, я не знаю. А-а-а! Да еще подымется, подымется. Так, не подымется. Или подымется. Ну. Ага. Так, $12 следующая ставка. А какая рекомендация? Блин, вот что за хрень на этом? Опять 4, блин. А, еще поставлю. Если 12 у нас, значит 4... Блин, вот должен был ставить 12. Вот этот Алимтрейд рекомендуемой суммой. Какая рекомендуемая сумма? Хочу ставить 12, значит ставлю 12. Нет. О, вот здесь нужно 4 минус 12. Сколько будет? 8. Еще 8 наверх поставлю сейчас. Нет, здесь 8 поставлю вниз. Тупо вот так вот решаем дела мы. И что это будет, блин? Ай, выбило меня из колеи вот это вся движение, вот это вот все. Короче, сейчас ставлю 34 бакса, блин, на понижение. Вот, вот выбил. Так, здесь 7 затащили, здесь мы ничего не тащим. Ставим 34 на понижение, блин. Все, блин. Пошел ва-банк. Блин, а у нас еще $7 осталось. Да что за хрень? На все деньги еще 7.20 вниз. 7, а 7.20 нельзя, надо ставить. Подымем. Опа! Смотрите, чуть вообще там. Сейчас бы затащили и 8. 8 мы не затащили. Блин, что же скачки такие жесткие, да? Вроде бы здесь все нормально, но сейчас как возьмет вверх, вольнет. Так, $30, блин. Давай, давай, что-то я так очкую, блин. Выбило меня из колеи. Это ставка. Давай, давай, все. Наконец-то. А, все, мы затащили. Тьфу, даже больше затащили. Ты смотри. Хер знает, как ставил. $68 сделал. Что, все уже? Такое видео короткое. Блин. Только же начал. Короче. Вот так вот рэпер Трейдер затащил. На ваших глазах. Ну что, давайте до 70 дотянем, да? Или не дотянем. Первая ставка будет $2. Сколько там нужно? $3, да? 3 бакса, да?
3 бакса. Так, куда ставить эти 3 бакса? Поставим. А, ни хрена, я никуда не буду ставить, потому что у меня была цель $68. $60. Почему вот я не сливаюсь? Да потому что я поставил цель и больше все. Есть цель, добился, закрыл, вывел деньги. Вот так вот я торгую. Я не буду там жадничать. Вот так вот. А вот сейчас реально вот проиграю. Вот сейчас реально мне не повезет. Первую слечу, вторую и третью. Вот так вот. С вами был Рэпер Трейдер. Не получилось длинного видоса. Что-то я так поставил все. С вами был Рэпер Трейдер и Эруина. Всем пока.